дому. Всем привет! Я Шур SM7, и вы смотрите видеообзор микрофонного парка секретной студии. Конечно же, я просто микрофон, и своего голоса у меня нет. А тот голос, что вы слышите, это Валера. Валера – профессиональный диктор и любезно согласился поучаствовать в этом мероприятии. А теперь обо мне. Я – динамический кардиоидный микрофон 1976 года издания, легендарный в сфере радиовещания. Также меня очень часто используют для живой записи вокала. Старина Майкл Джексон спел в меня свои лучшие хиты. Мой звук невероятно жирный, но требует мощного предусиления. Имейте это в виду. Пидоры. Привет. Все, мы пробуем уже. О, да, детка. Да, едет. О, ништяк. Привет, я Audix i5, динамический кардиоидный микрофон. На нашу компанию не так часто обращают внимание, но мы прекрасные рабочие лошадки. Легкие, крепкие, с хорошими разъемами Switchcraft. Блять, у меня нос заложен, сука. Привет, я Audix i5. Привет, я Audix i5, динамический кардиоидный микрофон. На нашу компанию не так часто обращают внимание, но мы прекрасные рабочие лошадки. Легкие и крепкие, с хорошими разъемами Switchcraft. В студии меня можно использовать буквально в любой роли. Могу отсосать за пятак. Погнали, да? Так. Я первый серийный микрофон компании Rode, который за неимением производства собирали еще из китайских запчастей на задворках Сиднея. Точнее, я хотел бы им быть, но на самом деле я мастеровая копия из Башкирии, так что я уникальный сам по себе, и это очень важно при подборе особого тембра. Прикинь, шведы в Австралии, блядь, сделали микрофоны, и хуй пойми, как называется, по-шведски Rode должно быть, а они говорят, что Rode, а мы говорим Rode, блядь. Я конденсаторный австралиец Rode NT2, одна из моделей, которая сделала нашу компанию знаменитой. Имею двойную мембрану и 3 диаграммы направленности. Давно зарекомендовал себя среди любителей и профессионалов как эталонный микрофон. Да ёб твою мать, хватит барабанить! Да! Я отечественный мультидиаграммный конденсаторный микрофон Octava MK220, собран в Туле. У меня 2 активные мембраны и специальная схема их включения, позволяющая получить 3 переключаемые характеристики направленности — круг, кардиоиду и восьмерку. Получается, я очень бюджетный и крайне универсальный микрофон. Ебать, блять, нахуй, а? Ха! Как тебе такое, нахуй? Родя, блять, Тула! Сука, у микрофона глаза у меня в душу смотрят. Ладно. Я копия легендарного Нойман. Мои истинные немецкие братья заслуженно считаются иконой стиля. Вся студийная звукозапись первой половины 20 века звучит через мембраны Нойманов. Я отлично подойду для тихих, нежных голосов, для чистого динамического пения, полного мелизмов и артикуляций. Я Лолипоп от компании Audix. Я Лолипоп от компании Audix, твой личный конденсаторный леденец с кардиоидной направленностью. Могу записать все и как угодно. Удобно снимаю и фортепиано, гитарные кабинеты, оверхеды, духовые. И с голосом дружу просто прекрасно. Я японский универсальный инструментальный микрофон. Меня взяли в тест исключительно из-за инклюзивности, но несмотря на это, я прекрасно транслирую человеческий голос, хотя больше подхожу для записи большого звука, мощных гитар, оверхедов, браса. Я Шура. Я Шура. И я Шура. Мы Шуры. Автоматы Калашникова среди динамических микрофонов. Нас швыряют на стадионах. В нас плюют на всех репточках. И, скорее всего, в большинстве случаев мы записывали твои гитарные рифы. Я мексиканец. Я китаец. А я американец бета. Но при этом мы звучим одинаково. Одинаково пиздато. Одинаково пиздато. Одинаково пиздато.